Аня описалась. Хорошее начало путешествия. То пописать, то покакать. 5 минут полет нормальный. С доводчиком пойдет. Вот это парилка, мужики. Груженную машину — это вот, ну, все, что я обожаю делать по утрам. Вот, девочки, зарядочка, то, что надо. Вот так вот, ручкой ойть, вот сюда. После начала путешествия. Еще мы под машиной забыли мяч. Че он без кофе моего идет? А где мой кофе? Здрасте. A few moments later. Хорошая погода, теплая, нормально. Аня довольна с кофе. Полетели. Аня описалась. Так, наверное, тоже схожу в туалет. А вон она, наша карета стоит. Спортивная пауза. Кстати, сейчас едем вот по карте. Это вот за вот этими вот деревьями. Там до нее, говорит, где-то речка и Франция. Почти девятка, йоу. Граница Швейцарии и Германии, походу, уже. Заезжаем в Швейцарию, сейчас будут платные дороги. А нормально я проехал без очереди? Да, и мы тупанули, мы стали не в тот ряд. Ну, короче, минут на 40 и раньше, без очереди нормально, мужичок добрый был. Да. Я его полюбил, это мой друг. Один ряд идет там, где идет уже с вот этими наклеечками, а другой ряд без этих наклеечек. И мы не туда стали, но нас все равно, слава богу, пропустили. Что-то ветер дует. Дорога Швейцарии выглядит примерно так. Простите, пожалуйста. Платная дорога Швейцарии выглядит примерно вот так. И платный водитель Швейцарии. Это просто заправка, уже тут начинается все итальянское, хотя мы еще в Швейцарии. А ну-ка, налью. Вкусно? Закачаешься. Дело в том, что лучше никогда не пропускать поворот в стране, где нет интернета. Пропустишь поворот, все, пиши пропало.
мы уже приехали. Это наш отель. Вид, по идее, там должен быть с отеля очень красивый. Парковочное место тоже у нас есть. Для нас это было очень важно, когда мы выбирали отель. Выбирали, вы слышали? Сейчас будем заселяться. Чемоданы достает машина. Еще немножко покажу вам наш отель. Дворик такой, гаражик. Пальмочки. Все как положено. Атмосферно, кстати. По-итальянски так все вокруг. Италия — это прям была когда-то моя мечта. Вот эти вот такие окошки. Чтобы заселить, сидим, ждем хозяина, чтобы он нам дал ключи. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. Моя жизнь поломана навсегда. Рум-тур. Светильники. Икея. Так, PlayStation нема. Шторы. Угу. Вот потолок. Нормальный из дубового среза. Лакокрасочное покрытие не очень. Ну, в принципе, жить можно. Ступеньки, чтобы убиться можно было. Тарарай. Пойдет. С доводчиком. Пойдет. Здрасте. У нас, кстати, тут есть своя гардеробная, которой мы не будем пользоваться, потому что мы всего лишь на 4 дня. И вот тут тоже есть шкаф, если что. Вот здесь, вот дверька. Идем пить вино итальянское, кушать пиццу. Он приехал, любимый зять, мы будем пить пиво. Скажи пару слов для зрителей. Ой, ну гляньте, какая красота. А, глянь, там даже волны есть. Какая красота. Рыбаки, клюет? Так там внутри рыба плавает, прикинь, акула. Там... Те, кто не знал, рыбы под водой умеют дышать. Так, глянь, какова красота. Там мы приехали в понедельник вечером, и мы не в курсе, как в Италии работает, не работает. Потому что магазины, насколько мы в курсе, работают только до обеда. Да, ого. Мне сюда. Отдых 2023 год. Так, доброе утро, день номер 2. Приехали в Италию, а завтракаем в Макдональдсе. Без него никуда, нормально. На связи. Мы кушать. Сколько на часах? Где-то 3 или 2 часа дня? На часах ехать в бассейн. Да.
чешем на... Ой, паркуемся. Покупаем парковочный билет и чешем на бассейн. Данил уже весь мокрый, потный, жарко. Наша ласточка стоит, мы парковали. Радуйте. Не, я на отдыхе, мне все равно. Люди на отдыхе делятся на два типа. Что-то на богатом и денег. У тебя сейчас тупо все вывалится. Ой, блин. Так выглядит наш бассейн. Нам очень сильно повезло, потому что уже не было места, и тут нам, короче, говорят, что два освободилось, и мы можем зайти, так бы мы сюда не попали. Ну, единственное, что, видите, нужно плавать в шапочках. Наверное, я сегодня, пожалуй, просто позагораю. Данил рискнул все-таки. 5 минут полет нормальный. Моей мечты. Рыба моей мечты. Лежу. Пью джюс и просто кайфую от жизни. Смотрите, лайфхак от Данила. Берете один коктейль, выбиваете из него все, что есть, оставляете лед, добавляете туда спрайта и получаете еще один новый коктейль. Хитрожопый? Хитрожопый. Даже два. Накупались мы. Едем обратно переодеваться в наш отель. И пойдем куда-то кушать. Красное лицо, красные ножки. Потные подмышки. Он говорит, вышли только, он говорит, я уже вспотел. Идем ужинать. Да, а потом идем в магазин покупать продукты, чтобы сделать классный ужин под фильмец у себя на красивом балконе с красивым видом. Пожалуй, на этом мы и закончим. Так идешь, потому что рама или чтобы подмышки проветрились? Второй вариант. Только что тип на итальянском такой, что-то поговорит, говорит, а потом такой караоке, чимолина, мукалина, а потом такой говорит Let's Christmas, I give you my heart. Я такая думаю, самое время летом с ним, ну, петь новогодний караоке. Можно было просто покупаться в озере и не платить 50 евро за бассейн. Мое лицо каждый раз, когда я слышу, как люди разговаривают на итальянском, это просто вот так. Я не могу, это так красиво, просто я могу слушать это, наверное, просто как музыку. Мне бы еще очень, конечно, хотелось послушать, как они ругаются. В этом видео я говорю о том, что мы находимся второй день в Италии и не можем попробовать пасту из-за того, что вчера во всех заведениях кухня закрылась в 11 вечера. А сегодня в Италии праздник, и в ресторане, где мы ужинали, было специальное меню, где есть только бургеры, салаты, пицца и напитки. Но мы не расстроились и заказали пиццу, нереально вкусное вино, и просто посмотрите, какая крутая подача официантов в Италии. Thank you.
кушали, выпили вкусного вина. И у нас был очень классный официант. И сейчас чисто вышли. Бонасера! Бонасера, сеньорина! Лошадь или кантара? Нет, бонасера. Все, оживает! О, помазание пришло. Маркет Италия. Скупились. Так вот у нас пройдет завершение второго дня. После ресторанчика, после бассейна, суши, оливочки итальянские. Я думаю, нормально. Едем кушать. Так, запуск силового агрегата. Как часы. Очень удобно, что возле каждого ресторанчика вот такое меню стоит. Можно посмотреть цены. Я заказала себе пасту с лобстерами там и с чем-то еще, мне принесли приборы. Я понятия не имею, как ими есть, и вообще можно сделать другой заказ, я не хочу позориться сейчас. Я тупанула, заказала и латте макиато, и вот этот безалкогольный коктейль, и ванила коктейль. Еще мы воды взяли, короче, обопьемся. Конечно, пробуй. Это очень вкусно. Это вообще-то надо в ложку еще. Фу, мне косточки попадаются от моллюска. Блин, это... Мы приезжаем в Италию. Мясо в клешне и просто типа краба, оно очень отличается. В клешнях оно очень такое нежное и очень вкусное. Нил Дмитриевич сегодня лопнет. Мы просто не знали, что здесь будет настолько огромная порция. Просили это упаковать домой. Фух. Вы бы просто знали, как тут жарко. А если пиво чуть прохладное, это фантастика. Скажите, на Данила похоже. Это я. Сегодня... Наш бассейн выглядит вот так. Там бассейн. Здесь еще можно вон там в озере купаться. Наверное, там буду купаться, потому что в бассейне нужно купаться шапочками. А я вообще, типа, эти шапочки не заходят. Тут у нас есть лежаки. Короче, все как положено. Экстренное включение. Я иду покупать кольцо. Аня об этом узнает только в отпуске. Для нее это, я надеюсь, секрет. Посмотрим на ее реакцию. Как это будет. Вот так вот. Так, сейчас я еду в магазин покупать вино, сыр, виноград на лодку. Вчера забронировал лодку на пару часов по озеру покататься. Ну и там я планирую сделать Ане предложение. Это еще и баня по совместительству. Вот это парилка, мужики.
вкусно. Что скажешь? Нравится? Да. Такая картинка красивая, сзади солнце садится, и тут ты сидишь, кушаешь. Я старался, как мог, я тебя очень сильно люблю, ценю, мы с тобой очень сильно хорошо. Будешь моим? Эй, получается, почти жена. А теперь еще на жениться. Я думал, на этом все. На этом наши 3 дня в этом прекрасном отеле окончены. Мы старались снимать все по максимуму, показывать наш отдых. Конечно, может быть, это как-то не так выглядит, но это наше первое видео. Вот, дальше мы едем в кемпинг. Так что, я думаю, тоже будет интересно.